Александр Петрович. Слово предоставляется министру труда, социального развития, занятости населения Республики Алтай Валентине Акчебаевне Кеневой. Уважаемый Александр Юрьевич, Наталья Михайловна, участники этой конференции, благодарю за предоставленную возможность. Я выступать не буду, наверное, но тем не менее по тем каким-то замечаниям и, наверное, справедливо вынесенным на конференцию вопросам хотела бы осветить несколько. Конечно, безусловно, по доступной среде это боль, наверное, не только органов исполнительной власти, на сегодняшний день муниципальное образование включены, и в соответствии с федеральным законодательством и рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации сейчас внесены изменения во все нормативные акты всех ведомств, включая и предпринимательство, это у нас практически на сегодняшний день приняты все, так сказать, регламентированы для всех уровней власти об улучшении именно доступности, создании безбарьерной среды. Я не буду останавливаться в целом на процессе, остановлюсь только на тех позициях, которые озвучил Геннадий Петрович. Конечно, заседание правительства необходимо, наверное, это озвучить, но в правительстве работает координационный совет по работе с инвалидами, куда входят у нас все представители общественных организаций инвалидов, где мы обсуждаем вопросы, и у нас эксперты, в том числе люди, которые очень активно принимают участие как раз вот в приеме тех объектов, на которые у нас определяются средства. Не буду рассказывать о наших планах, я думаю, что у нас все наши участники конференции знакомы, что по доступной среде работа она продолжается, и, слава Богу, наверное, федеральный центр улучшает нам финансирование в этом направлении. То есть мы практически с 5 миллионов на сегодняшний день подросли до 18 миллионов. Что касается пешеходных переходов, да, вопрос он решается. В этом году он будет решен в городе Кузнаутайске. На те средства, которые у нас определены для Министерства регионального развития, подписано соглашение с городом Кузнаутайском, выделено 420 тысяч рублей. То есть у нас будут оборудованы, практически приведены в соответствие грязному и многократной пылевой фабрики. Я думаю, поэтапно фактически пойдем. Конечно, это требует времени и средств. То, что касается низкопрофильных автобусов. Да, мы этот вопрос обсуждаем и обсуждали. К сожалению, конечно, те антикризисные меры, которые с 2015 года по всей России работают, конечно, они нам не позволили приобрести низкопрофильный автобус, который был запланирован у нас на 2016 год. Но на сегодняшний день, на 2017 год, обсуждается вопрос по приобретению одного низкопрофильного автобуса. Коллегам я хочу озвучить, это цена около 8 миллионов. То есть это самая низкая фактически на рынке, которую изучало Министерство регионального развития. Что касается личных туалетов, я думаю, здесь абсолютно справедливые замечания. И в этом направлении мы будем работать, я думаю, что мы это обязательно сделаем. И если вы мне предоставили слово, я хотела бы, с вашего позволения, вот то, что сказал Сергей Николаевич, что есть у вас здоровье, были озвучены вопросы, чтобы не брать еще раз слово, хотела ознакомить. У нас вот, я не могу понять, почему 15 тысяч прозвучала цена путевки. Те люди, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, это те люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у нас 100% охват детей, и в этом году я просто приведу вам цифру. У нас дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, 13690 было в 2015 году, в 2016 оздоровлено 15896 детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. То есть у нас количество детей увеличивается. В том числе это дети, которые имеют статус сироты, тоже увеличивается количество оздоровления. И по-разному увеличили количество детей инвалидов, которые обладают за счет фонда. Я не останавливаюсь, которые не оздоравливаются в рамках фонда социального страхования и в рамках Министерства здравоохранения. Что касается финансирования, у нас
несмотря на то, что с федерального бюджета спустили на субъекты, и благодаря пониманию главы республики Алтай Александра Васильевича Мерникова и то, что дети оздоровления у него на личном контроле, у нас финансирование детей из республиканского бюджета, находящихся в трудной жизненной ситуации, не уменьшилось ни на копейку. Это просто еще раз напоминаю коллегам. То, что касается стоимости путевки, средняя стоимость у нас в республике Алтай 11 930 рублей. Мы в 2014 году увеличили финансирование на 2000. Это то, что говорит, что страдает питание. На сегодняшний день рацион питания детей, он соответствует нормативам Санфина. И, безусловно, конечно, если бюджет нам позволит, мы также будем работать над тем, чтобы увеличить стоимость путевки именно в том числе и на питание. Для сравнения я хочу просто привести пример, как в других субъектах обстоят дела. В Алтайском крае стоимость путевки ровно 10 тысяч рублей. В Новосибирской области 11 820 рублей. В республике Хакасия 11 442 рубля. Тыва 10 630 рублей. Коллеги, то есть мы не очень плохо и выглядим, и стараемся для того, чтобы вот дети наши питались лучше, тоже держать вот этот уровень финансирования. И то, что касается возврата денег, то есть то, что родители оплачивают, у нас родители не оплачивают путевки сами. Есть схема, по которой у нас каждое муниципальное образование работает, или по тем схемам, которые конкурсные мероприятия, родитель может заплатить сразу 2000 рублей, или идет возврат после того, как он вносит всю сумму, потом после проведения этой оздоровительной кампании возвращается та сумма, которая 20% предусмотрена именно застрахованным родителям. Дети в трудной жизненной ситуации обеспечиваются полностью за счет бюджета. Благодарю за внимание.